Yeah. Друзья, привет! Чтобы регулярно проявлять заботу и получить любовь, не обязательно заводить самых породистых и самых дорогих собак. Тренд, когда надо было казаться крутым, покупать самую породистую собаку по 1500 евро, чтобы твои друзья знали, какой ты классный, уже в прошлом. Сейчас в тренде заводить собак с улицы, брать с приютов. И сегодня есть такой шанс. Количество щенков ограничено, всего лишь 13 штук. Так что поспешите, поспешите. Под видео будут телефоны для связи. Можете позвонить, прийти просто познакомиться, просто показать ребеночку. В следующую субботу в районе Водяных ворот можно будет прийти и просто сфотографироваться. Будут помытые щеночки с бантиками. Все щеночки уже привиты, стерилизованы, так что просто никаких забот уже не будет. Бери и пользуйся. Мы всегда восхищаемся людьми, которые сделали то, что мы не сделали, либо что мы просто не в силах сделать. Поэтому я честно восхищаюсь теми, кто нашел в себе желание и силы взять щеночка с приюта, либо с улицы. И в этом я вижу некоторую мистику, некоторую магию. Потому что, вот представьте, какие шансы у щенка, родившегося в грязной подворотне, где-нибудь на вокзале, вдруг оказаться в любящей семье? Да практически никаких. И эти шансы практически нулевые. И здесь вдруг происходит что-то, и он из числа миллионов таких же грязных щенков оказывается в любящей семье. Это прям какая-то судьба, карма. И вот я скажу какие-то пафосные слова, но когда человек берет щенка прямо с улицы, он в миниатюре примеряет на себя роль Бога. Да, он становится Богом для этого щеночка. И лишь желанием обычного человека судьба этого грязного щеночка резко меняется. Еще вчера он жил в грязной подворотне, а сегодня спит на чистых белых перинах, кушает из теплых, любящих рук своего хозяина лучшую еду. В этом, по-моему, есть какой-то мистицизм. Дамирчик, будешь кушать рис? Нет. Это собачки едят.